Друзья, всем привет! И сейчас я покажу новые комбо в криптоигре Pixel Stab от студии Pixelverse. Кстати, это первая в мире игра с возможностью вот PvP сражений между реальными игроками. Сейчас у меня есть 5 бойцов. И, друзья, прежде чем показать комбо, нам надо прокачать наших бойцов, потому что награда зависит от того, сколько у нас сейчас доход. Поэтому запускаем криптомайнинг. Вот раз в 8 часов достаточно заходить, чтобы активировать криптомайнинг. Сейчас надо его обновить, потому что он что-то подвисает. Да, вот, друзья, счетчик обновился. Как видите, 7 часов 59 секунд. Таймер пошел в обратное время. Сейчас у меня есть на балансе 4,9 миллиона. Вот доход 4,2 миллиона, ну, практически 4,3. Вот, поэтому давайте я сейчас прокачаю бойцов, а потом уже займемся комбо. И в конце видео я еще немножко посражаюсь. Итак, попробую улучшить моего самого крутого бойца, паука. И на меня у него уже не хватает денег. Смотрите, надо здесь больше. Меня не хватает. Ну, давайте, когда я прокачаю кого-то из моли не таких сильных бойцов. Вот, кто у меня? Вот эта рыбка прикольная. Давайте я ее прокачаю немножко. Вот, отлично, доведу до 20 уровня, вот, здорово, отлично, или это 19, это был 19, друзья, давайте сейчас мы прокачаем до 20, вот, и понятно, что это у нас 20, это был 18, 19, и уже недостаточно денег, если хватит, я еще прокачаю пуму. Вот, и здесь тоже уже денег не хватает. Ну, возможно, на кактус хватит. Кот почему-то, друзья, больше не прокачивается. Выше 19 уровня у меня прокачка персонажа зависла. Я не знаю почему. Кто в курсе, напишите в отзывах, в комментариях. Итак, ну вот, друзья, все, что можно было, я прокачал. А сейчас идем с вами награды. И да, не забываем, друзья, заходить в ежедневные награды. Там тоже очень вкусные награды. Вот, так, что это было. Итак, друзья, не забываем заходить в ежедневные вознаграждения. Вот там на 7-й, по-моему, день, друзья, идет очень большая сумма. Ну, а сейчас попробуем зайти в комбо. Вот у меня, кстати, эта клавиша почему-то постоянно подвисает. Надеюсь, что сейчас мы быстренько в нее зайдем. Да, напишите в отзывах, в комментариях, у вас эта клавиша зависает или нет. У меня почему-то постоянно, чтобы зайти, надо раз 20-30 тапнуть. Вот, надеюсь, что сейчас мы быстренько зайдем. Итак, что это было? Вот, не удалось зайти. Итак, вот, наконец-то, наконец-то. Итак, друзья, смотрите, первая комбо, первый персонаж, это у нас робот с ракетой и лазером. Вот такой забавный. Это первая вкладочка. Во второй вкладочке просто обычный робот мелкий. Третья, это у нас зеленая крыса-гоблин, вот такой вот непонятный мутант. И последнее, это зеленая рыбка с красными перчатками. Итак, проверяем и получаем 100% результат. И наша награда 7 миллионов 140 тысяч, супер. И мне хватит сейчас денег, чтобы прокачать моего самого лучшего бойца. Посмотрим на баланс, да, 7 миллионов 650 тысяч, супер. Вот, идем к нашему паучку и прокачиваем его на 34 уровень. Просто-просто фантастика. Ну, а сейчас давайте-ка его потестим в битве. Так, рандомный поединок. Да. Итак, эпическое сражение. Вот самый мой крутой боец. Вот сразу начинает бить по уязвимым точкам. Вот, перехожу на следующий. И это, я вижу, очень крутой враг. Это очень крутой враг. Смотрите, он нанес мне намного больше урона, чем я ему. Вот, прокачиваю защиту. Вот, и прокачиваю атаку. Ай-яй-яй, у меня уже 54%. Упало здоровье, у врага 65, и походу все это будет проигрыш. Кстати, почему здесь музыка раньше не было? Походу разработчики что-то добавили. Так, пытаюсь что-то сделать, пытаюсь уничтожить противника, скорее всего, друзья, будет проигрыш. Вот, пытаюсь. Так, иду по кусочкам. Смотрите, друзья, я выиграю, я был уверен в своем проигрыше, но если так дальше пойдет, я сейчас выиграю. Так, бьем. Итак, бьем по критической точке. Ой, что это было? Что это было, друзья? Походу, я перекликал. Ну, мне кажется, друзья, была победа. Я не уверен, надо просмотреть запись видео. Скорее всего, закончилась бой, но то, что жизнь у противника заканчивалась, это вы видели. Так, что у нас с заработком, друзья? Интересно. Так, ну и я еще хотел бы сразиться.
а то какой-то непонятный результат. Мне кажется, друзья, я победил 100%, но почему-то как-то оно подвисло. Так, вот, с щенком. Так, идет. Ой-ой-ой, друзья, очень много щенок у меня начали забирать жизни. Вот, надеюсь, что сейчас это как-то исправится. Так, пошел супер сюда. Итак, защита. Берем сюда. Берем сюда. И атаку тоже в этот угол. Так, все, начинаем тапать, начинаем тапать. Ой-ой-ой, у меня не осталось жизни. Но это 100% сбил. Это 100% сбил. Почему-то, друзья, очень много жизни. Ну вот, смотрите. Итак, да, походу, друзья, я начинаю тапать, и какой-то глюк происходит. Кстати, интересно будет, друзья, еще поединок с другом организовать. Я не знаю, как это работает. Друзья, кто в курсе, напишите вот в комментариях, то есть надо пригласить друга. Но я так думаю, друзья, это, скорее всего, и друга из Telegram. Навряд ли что-то другое сработает. Ну, что ж, друзья, давайте-ка я еще попробую потестить мою рыбку. Кстати, нельзя ли ее улучшить? Есть возможность улучшить. Вот, я думаю, стоит ли это делать. Давайте я посмотрю, что делается с деньгами. Вот. Кстати, а как делать отмену? Ну ладно, уже зашли сюда, пусть будет. Ой-ой-ой, друзья, не то нажимаю. Нажал поединок с другом. Давайте-ка рандомный бой. Я надеюсь, что хотя бы рыбка вот не подведет. Хотя в первом раунде я уверен, что у нас паук выиграл. Так, подбирает нас система бойцов. И, походу, друзья, система зависла. Ага, здесь, оказывается, есть микрофон, чтобы выключать музыку. Друзья, к сожалению, смотрите, игра зависла. Вот, не может система мне подобрать бойцов. Вот, я пробую как-то выйти назад. Вот, и система не пускает. Походу, игра подвисла. Давайте-ка я попробую обновить. Возможно, будет какой-то лучший результат. Посмотрим, что делается на балансе. Друзья, то ли много игроков зашли в игру, то ли в чем дело, но вы видите, игра подвисла. Вот, с интернетом у меня все здорово должно быть, по крайней мере, сейчас посмотрю. Да, все подключено, то есть интернет должен работать без тормозов, но видите, ничего не работает. А, вот, друзья, запустилась битва, но почему-то мой персонаж исчез. Ну ладно, вот мы играли роботом, и, друзья, не проходят удары. Вот, пытаюсь нанести побольше повреждения. Так, супер удар. Вот здесь это будет защита. Хорошо, и удар. Давайте-ка, что это было, друзья, что это было? Друзья, игра лагает. Ладно, давайте, друзья, сегодня на этом будем прощаться. Я попробую завтра с самого утра снять видео. Вот. Надеюсь, тогда таких лагов не будет. То ли это много людей сейчас вот сидят просто в игре, то ли в чем дело. Но видите, все просто подвисло. Все просто подвисло, ничего поделать не могу. Еще раз перезагружаю. Вот, и игра вот уже как бы немножко раздуплилась, но все равно она висит. Она все продолжает висеть. Ну, как-то вот так. Ладно, друзья, давайте на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы и комментарии, понравилась ли вам игра. Вот. Ну и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!